Про калибр 5.45. Да. Сейчас основной боеприпас пришел на смену. Значит, калибр 7.62, но опять же не отменен, также есть, присутствует. Но, во-первых, уникальность патрона, маленький патрон, вес, потому что при выполнении определенных задач, при рейдах, даже 100 грамм решают важную роль. Либо ты можешь унести 1000 патронов данного калибра, либо 700, по весу одинаково. Пулька. До определенного момента, до войны во Вьетнаме, у американцев калибр 5.56 на 45, это 7, а этот 5.45 на 39, это длина гильзы. У нас был калибр 7.62 на 39, стал бы там пороховой заряд больше, и сама пулька, если это от 3.5 до 4 грамм, это 5.45, то 7.62, там 8 грамм пулька. Стало быть, и пороховой заряд, и вообще вот в весе, если это пусть будет там сколько, грамм 10, то там может 15. И, во-первых, опасность этой пули при попадании в тело, она меняет траекторию, она начинает крутиться. Из-за маленького веса? Да. Большая скорость. Это называется утюги. Попадает, и она начинает кувыркаться. И представляете, она в тело входит. Если легкая, потому что 7.62, она тяжелая. Она, попадая в тело, прям проходит четко. В принципе, останавливающий эффект и поражающий у той. Но вот это вот настолько коварней. Вот ее прозвали пуля со смещенным центром. Хотя это не так. Во-первых, со смещенным центром. Здесь стальной сердечник стоит. Оболочка. Свинцовая эта. Ну, стало быть, центрация, соответственно, а смещение, если смещенный центр тяжести, стало быть, он должен быть сдвинут вправо или влево, и пуля, она при выходе из канала начинает крутиться. А если у нас будет смещенный центр, она вообще вылетать не будет. Ну так вообще, что лучше, 5.45 или 7.62 вообще? Вот. Много споров в интернете на этот счет. Зря отказались, зря перешли или не зря, вы как думаете? Во-первых, для ведения боевых действий в городских условиях данный калибр рикошет. Чем хорошо при зачистке помещения? Зашел, стрельнул, рикошет идет. Потому что пуля ведет себя так. 7.62, как правило, у нас подразделение всегда, ну, должно быть один или два автомата с данным калибром, потому что нужно отстрелить определенную вещь. Это не так сильно эффективно, как 7.62. Все-таки 8 грамм и пуля больше. А покажите еще раз вот эту перезарядку. Да, давайте. Ребята, умельцы, технология, с одной стороны. Опускаем. Да, я понимаю, не так быстро, как руками, но зато безопасно и свободная от определенных задач выполнения. Либо просто можем посадить несколько ребят, к примеру, больные, либо раненые. Он, в принципе, выполнять такие вещи может. Просто определенно, не спеша, стало быть, два человека могут зарядить, не напираясь. Либо, ну, таким образом, но это немножко, сами понимаете, накладывает свой отпечаток. Здесь, здесь. Хорошая вещь, конечно, да, по скорости медленнее, но эффективность имеет место быть.